Череда выездных приемных поселениях муниципалитета подошла к концу. 1 июня встретиться с представителями местной власти могли жители Северского сельского поселения. Больше всего людей интересовали вопросы, связанные с социальной сферой, ремонтом электроопор станицы Северской, а также помощь организации «Дети войны». Большое количество обращений касалось здравоохранения. Граждан волновали такие проблемы, как запись к врачу, медицинское обслуживание и вакцинация. Каждый вопрос районные и местные специалисты постарались подробно разобрать. Всего в ходе приемной обработали 8 вопросов. За весь период работы выездной приемной администрация Северского района посетила 11 поселений муниципалитета.